Привет, ус, это я, Владус Мармеладус. И что ж, посмотрите, где я нахожусь, около Макдональдса в Майнкрафте. Сейчас я вам все объясню, что это будет. Ну, конечно же, это будет эпичная серия новая троллинга. Что сказал, сам не понял. Короче, вы, ребята, поставьте лайкосик. Давайте за 3 секунды. Раз. Два. 2,5. 3. Как вы это успеваете делать-то, я не пойму. Чё за фигня? Кстати, я, смотрите, модный парень одет, значит, в могуче. Тут на местном рынке, на сервере оделся, значит, все со мной нормально. И сейчас мы пойдем на разведочку в этот Макдональдс. Я вам забыл сказать, что играю-то я на сервере spicemc.ru. Здесь, ребята, бесплатные привилегии специально для вас. Заходите, залетайте, сервер для компов. Между прочим, версия 1.12. Айпишник я еще оставлю в описании. Там привилегии, короче, получаются на спавне. Да вы сами, наверное, уже все знаете. Сколько вам можно это говорить, я не знаю. Все, давайте, залетайте на сервачок. И я, значит, о! Свободная касса, пара-па-па-па. Ага, это точно. Голосок доносится отсюда. Хотя я ника никакого не вижу. Но мы с вами все равно зайдем. О, здрасте. Сейчас мы ему, короче, напишем. О, у него, по-моему, шапка на глаза давит, и он нифига не видит. Сейчас напишем ему: здрасте. Ха, я могучий. Кто, говорит, здесь? Это я, покупатель. Кто, говорит? Да я ж говорю, он ничего не видит, блин, из-за своей шапки. А нафига он каждый раз пишет? Пара-па-па-па. А, это же Макдональдс. Все, понял? Я ему пишу. Это я хочу сделать заказ. Ну, чувак из Могучи, значит, я хочу вас сейчас. Что у вас тут по меню? Сначала, говорит, свет включи. Пара-па-па-па. Ты дурак? Нет, ты шапку сначала сними. Я ему так и говорю, шапень свою сними, блин, с башки. О, здрасте, блин, работник Макдональдса. Чё за фигня? Во, говорит, ну конечно. То есть он все это время сидел здесь в этой шапке и нифига не видел? Да, какую им форму, конечно, выдает эта жесть. А вы куда? Я вообще-то заказ хотел сделать. Вернитесь на свое рабочее место, блин. Как здесь красиво, говорит. Пара-пам-пам-па. Ну да, согласен, да. Ты реально, что ли, чувак, нифига здесь не видел? А как ты работал-то здесь? Жесть, жесть, ребята, это какая-то фигня. Тупо чувак в шапке работал, который ему глаза все это время закрывало. Ну что ж, я готов сделать заказ, мистер... Что у тебя за ник-то такой? Свободная касса? Да я вижу, что свободная касса. У вас, в принципе, здесь все свободное. Я сейчас сяду за столик, значит. Но сначала спрошу, это Красти Крабс? Очень хочу, очень-очень-очень хочу крабсбургер. Новый клиент, говорит. Ну, конечно, новый клиент, давай-давай. Мне крабсбургер один и картошку фри, пожалуйста. Делаю заказ, один крабсбургер и одну картоху. Чё? В смысле? Напишу ему в смысле. Чё-то я не понял, что за наезд сейчас? Это Макдак, говорит. Не понял, еще раз прошу. Это Красти Крабс? 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 Пара-па-па-па, понял? А, это Макдак, все, понял, все ему напишу. Понятно, до свидос, я пошел в Красти. Вот так-то, сейчас он, чего желаете? Пара-па-па-па, желаю уйти. Стой, пара-па-па-па, иду, что хотел. А, да, заказ делать, конечно. Я ему говорю, 100 бургеров и 100 картошек, пожалуйста, буду делать челлендж. Пара-па-па-пам, давайте быстрее мне это. Сейчас посмотрим, говорит, на складе, что пыльном. Нет, в смысле склад пыльный? О, говорит, нифига как много. Ну, конечно, много. Я не понял, что значит склад пыльный. Кстати, платить алмазиками, это очень хорошо, потому что их капец как у меня много. Что же, давайте мне там уже 100 этих бургеров там, или что я заказал, уже не помню, и картошку фри. Пара-пам-пам-пам. Круто, кстати, сделано все так, меню, значит, я здесь пока посижу, подожду. Вы там это, давайте скорее. Я, чувак, в могучий, значит, приоделся и хочу теперь поесть. Давайте заказ мы несите, ну. Кажется, заказ готов. Че? Давай, что за хлеб? У нас акция, говорит, пара-па-па-па. Давай, какая акция, рассказывай. Вот картошка, говорит. Я картошку фри хотел, а не картошку по-деревенски. Почему 13-то? Что за акция такая? Вы вместо 100 картошки 13 даете?
Крутая акция, нормально. Во, а бургер, говорит, называется «Собери сам». Ого! Пара-па-па-пам. Ну-ка. Так, хлебобулочные изделия. Мяско. Нормально. А чё, зелень? Зелень какая-нибудь будет? Нет? Картошка с бургером? Чё? Чё ты мне тут накидал вообще? А чё так мало-то? Всё, говорит. В смысле все? Но я же еще не оплатил. Ха! Отличненько. Но я не буду оплачивать пока что. Приятно пожать, спасибо. Потому что какого фига я заказывал 100 и 100? Че он мне дал 20 булок, 13 картошки, 12 мяса? Че это за фигня? Стоп, говорит. Кажется, он о чем-то подозревает. Че такое? Че такое, говорит? А бабло? Пара-па-па-пам. Ну, как? Ну, давай так, смотри. Вообще, по логике, за это я бы отдал 100 алмазов. Поэтому ты мне дал меньше, я тебе тоже дам меньше. Вот тебе 4 алмазика. О, какой счастливый-то стал! Ну, работник просто, ну, осчастливил. Еще и, наверное, останется на чаевые. Отличненько. Так, а это что здесь такое? Мусорка. Опа. Я ему говорю, я выкину мусор. Ща, короче, надо, чтобы он сюда подошел. И я на виду просто выкину туда алмазные блоки. Погнали. Нормально, просто стаками. Какой молодец, говорит. Ну, конечно, молодец. Я за собой убрал, считай. Как бы недоеденное я выкину. Все. Так, сейчас я... В смысле? Все скинул. А вы куда... А он куда пошел-то? Там что, из мусорки? Там из мусорки, кажется, забрать все можно. Ну-ка. Капец, блин! Все, уходим отсюда. Все, я все понял. Он, кажется, забрал мои алмазы. Я все понял. Ну, я как бы их выкинул. Его право как бы забирать, не забирать. Все, я сяду здесь немножечко, пожару еще чуть-чуть. О, здрасте, пара-па-па-па. Как дела ваши? Я говорю, куда ходили? Ты лох, говорит. Хороший работник. Вот такой. Свободная касса. Да что ты заладил со своей свободной кассой, блин? Дай мне поесть спокойно, не ори здесь. Опять жрать. Нет, я еще это-то не доел. Не желаете отведать чего-то новенького? Пара-па-па-па. Желаю. А что, есть предложение? А что такое? Спрошу у него, ну-ка, говори. Говорит, только... Понял? Го за мной. Куда ты хочешь меня отвезти, король? Куда он идет? Какого фига? Так все, все так спокойненько, значит? Ну, пойдем. И что это такое? Это что, секретный уголок? Может, мы и сядем для переговоров? Нет, как, говорит, меня... Как, говорит, я устал от этого пара-папа. Как я тебя понимаю, чувак? Да ты после каждой фразы это говоришь. Ну, вообще капец, как ты реально не запарился просто. Просто, говорит, капец. Да, чувак, хватит, успокойся. Я, конечно, все понимаю, но хватит, блин. Чё хотел-то, блин? Какое предложение у тебя? Я все понимаю, но это... Ты мне предложение какое-то хотел сказать. Короче, к делу, говорит. Пара-пам-пам-пам, да ты ж... Ты же устал это говорить, блин, не говори. А, привычка, все. Понял. Я ему еще ничего не написал, он тут сам с собой разговаривает. Давай уже к делу, быстрее, ну же, я же здесь жду, я тебя слушаю. Я начальству твоему не скажу, ты парень-то хороший. Я, говорит, тут новый товар завез. Че за товар? Ну-ка рассказывай, давай-ка быстрее. Только можно, может, немножечко шепотом? Привилегии. Че? В смысле? То есть в Макдональдсе сейчас продаются привилегии? Хочешь, говорит, конечно, да. Что это такое, блин, начинается, а, чувак? Короче, скидываешь мне бабло и бежишь на спавн. Че? А зачем бабло скидывать? Я же на спавне могу бесплатные привилегии получить. Ну ладно, давайте его послушаем. Да, я ему напишу сколько? 100 рублей на киви. Не-не-не-не-не-не, так не пойдет, только за игровые деньги. Че не говорит? Я ему говорю, только игровые деньги, больше никак, какие? 200, говорит. Какие 200? Я говорю, только игровые. Говорит, зачем? Не, говорит, не надо игровые. Я ему говорю просто игровые и все, не более. Сейчас я посмотрю, сколько у меня вообще есть. Ты, говорит, как так быстро пишешь? Потому что у меня самая лучшая привилегия. Но ему-то мы об этом не скажем. О, у меня есть 2 миллиарда, сейчас я ему предложу один. Я ему говорю, надо 1 миллиард. Но он так просто отказывается от игровых денег.
Он говорит, давай, на киви. Какой киви, блин? Есть, говорит, в Ипане еще. Да мне пофигу, что у тебя есть. Я ему говорю, 1 миллиард это за какой донат? Давай, я тебе готов хоть прямо сейчас скинуть. И все, погнал, получу донат, который ты мне продашь. За флай. Ты что, дурак, что ли? Какой флай? Не-не-не-не, все тогда. Я отнекиваюсь и ухожу. Ладно, напишу ему. Пока. Все, я пошел. Это на них просто максимально срабатывает. Всегда просто, всегда они говорят, стой, стой. И что-то еще хотят. Сейчас мы и проверим. Куда-нибудь можно здесь засесть. О! Эй, спокуха, ты что делаешь? А нафига он меня убил-то? Нафига он меня убил? Я же ему даже бабки не скинул. Он же с меня вообще ничего не получил. Какого фига? Он хотел мне предложить, чтобы я ему скинул сотку на киви. Ребята, сотку на киви. А потом я бы пошел на спавн и получил и без того бесплатную привилегию. Ну серьезно? Ну серьезно, ребята, вот смотрите, я вам докажу. Тут есть паркур, на паркуре вы получаете привилегии. Тут есть кликер, за кликер вы получаете бабки. Вот смотрите, вот он стоит. Вы просто кликаете и бабло себе на баланс получаете. Там по 10 миллионов, по миллиону. Потом за эти монеты покупаете себе привилегии. Можно, например, в лаки-блоках их выбивать. Да их везде можно выбивать. Какого фига, блин, он с меня сотку хотел содрать. Ладно, я ему говорю, ты меня убил? Ты что вообще делаешь-то, ну, скажи мне. Я, говорит, думал, бабло упадет. Ах, вот оно что, он хотел. Ах, вот оно что, да? Давай, говорит, лярд. Ага, сейчас, во. Я ему говорю, не дам за убийство. Ну или сотку, говорит, на киви. Да какая тебе сотка на киви, что ты меня не понимаешь? Я тебе... Что-то это какой-то неладный киви, он где-то в 2 раза больше, чем обычный номер. Не-не-не-не-не, фигушки тебе, пацан, я лучше у тебя за убийство заберу здесь все вообще из меню, понимаешь? И бесплатно абсолютно, ну ты меня убил, получается. Все, будем делать, чувак, очень честно. Все, все собрал, значит, все подобрал, там еще печенька сверху, сейчас все заберу. Пара-па-па-па, а что это ты мне тут пара-па-па-пакаешь? Я сейчас все у тебя сожру, съем зелье регенерации, все, я сыт. Спасибо, пока, до свидания. А ты что думал, ты что, сейчас он меня снова попытается убить. Я, говорит, хотел давно отсюда. Чего? А, я ему еще и помог с работы, что ли, уйти. Ну все, тогда я ему сейчас помогу нормально. Я ему говорю, сейчас помогу тебе, все, чувак, будет нормально. Говорю ему, зырь, куда, говорит, а вот сюда. Ха! Все, чувак, нет твоей работы, бежим, 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 побежали, побежали, побежали. Ох, говорит, пара-па-па-па, я знаю, что ты счастлив. Давай, 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 стой. Ладно, побежали, давай, чувак. Ах, да, мы на краю мира и сейчас врежемся, кажись, в стену. Че ты мне тут шифтишь, блин, че ты от меня хочешь? Мне кажется, он слишком, ух ты. Кажись, чувак, нас никогда отсюда не отпустят. Все, ты на века в маке. Все, чувак, нет, нет туда пути, не пытайся. Я ему говорю, все, это я уже исправить не смогу. Пока. Мне очень жаль. Мне очень жаль, чувак. Чего? Нафига сразу так-то? Он все еще пытается уйти. Все, чувак, обратно в маг. Я тебе даже маг верну, потому что, ну, я говорю, тут все, тут я просто бессилен. Вот, забирай. Забирай, возвращайте. Камон. Все, он опять, говорит, появился, я ему говорю, все, пока, чувак, я так больше не могу, ничего не получается. Эх, говорит, пара-па-па-пам, блин, ну что-то даже жалко его стало. Ладно, смотрите, что мы сделаем. Мы его отсюда высвободим. Давай, выходи, чувак. Вот просто вылетай опять за свое свободное касса. Даже за то, что он меня убил. Мне пофигу, в принципе, на это. Я ему дам немножечко изумрудов. Хотя он забрал мои алмазы. Вот, чувак, забирай, и я его сейчас точно освобожу. Давай, бери. Ну, бери, что стоишь? Опять шапка, что ли? Да ё-моё. В этой шапке он, кажется, никогда ничего не увидит. Но, тем не менее, я его сейчас отправлю на спаун. Я его не буду ни банить, ни грифелить, ничего с ним делать не буду. Все. Ты, чувак, свободен. Теперь Макдональдс ничейный, так сказать. И сюда может кто-нибудь прийти, короче, обворовать все склады. Ребята, давайте это вы сделаете. Я чувака освободил и даю вам координаты. Вот они на вашем экране. Залетайте на сервак и грабьте, как хотите, этот Макдональдс. Он все равно хотел уйти. Вот, смотрите, какой счастливый в чате, а? Айпишник сервера я оставлю в описании. А это был Владус Мармеладус. Покатус.